Для того, чтобы поставить ваш автомобиль на учет, вы должны знать, где находятся два ВИН-номера вашего автомобиля. Первый ВИН-номер, наклеенный на кузове, располагается на правой стойке, в нижней части. Второй ВИН-номер, выбитый на кузове, располагается под сиденьем переднего пассажира. Гарантия на U5 Plus составляет 3 года или 100 тысяч километров пробега, что наступит раньше. Но должны понимать, что это гарантия на основные узлы и агрегаты. Есть элементы автомобиля, такие, например, как аккумулятор, там хромированные элементы автомобиля, лампочки. На них гарантия значительно меньше. ТО нужно проходить раз в год или раз в 10 тысяч километров, что наступит раньше. Важный момент – не переделать перепробег. То есть некоторые там говорят, там мы приедем не через год, а через полтора, или там приедем не через 10 тысяч километров, там, а через 20. Вот. В этом случае, если вы приезжаете не в срок, проходите ТО не вовремя, то вам могут отказать в гарантии, так что будьте внимательны. Обкатку, о ней производитель ничего не говорит, потому что все автомобили уже на заводе, так скажем, проходят свою обкатку. Мы вам все-таки рекомендуем после того, как вы купили автомобиль, дать ему 400 километров, привыкнуть к вам, а вам, следовательно, к нему. Резко не разгоняться и резко не тормозить. Ну и не превышать первые, так скажем, 100 километров скорость в 100 километров в час. Вот, то есть тоже дать, чтобы автомобиль, так скажем, плавно привык к особенностям вашей эксплуатации. Если перевозите ребенка на переднем пассажирском кресле спиной по ходу движения, вам необходимо отключить переднюю подушку безопасности. На BAIC U5 Plus передняя подушка безопасности не отключается. По этой причине перевозить ребенка здесь спиной по ходу движения нельзя. Если у вашего автомобиля сел аккумулятор, в этот момент у вас были открыты двери или если вы их случайно открыли, так вот, чтобы закрыть дверь, в замках есть специальные переключатели. То есть вам нужно туда вставить механический элемент ключа и повернуть по часовой стрелке. Дальше вы можете захлопывать дверь, открыть снаружи будет нельзя. Дверь можно будет открыть или из салона, потянув за ручку, ну или с помощью ключа, когда вы заряете свой аккумулятор. Если перевозите ребенка на втором ряду сидений, мы рекомендуем вам включить детский замок, который не позволит ребенку открыть дверь изнутри. Двери можно будет открыть только снаружи. Так вот, для этого на задних дверях есть специальный переключатель. Вам просто нужно его потянуть на себя, и все, дальше можете захлопывать дверь. Открыть ее снаружи будет нельзя. Но помните, если больше не перевозите ребенка на втором ряду сидений, то переведите переключатель вновь в исходное положение. Комплект инструментов, который идет вместе с BAIC U5 Plus. Он располагается в багажном отделении под фальшполом, а в специальном органайзере. Баллонный ключ. Аварийный треугольник. Чипчики для того, чтобы снять декоративные колпачки с колесных болтов. Крюк для того, чтобы поднять домкрат. И непосредственно буксировочный крюк. И, конечно же, сам домкрат. Габариты багажного отделения. Объем багажного отделения 430 литров. Ширина дверного проема по нижней части 87 сантиметров, по верхней части 110 сантиметров. Высота 44 сантиметра. Ширина в зоне до колесных арок 131 сантиметр. Ширина в зоне колесных арок 99 сантиметров. Глубина 100 сантиметров. Расстояние от пола до потолка 50 сантиметров. По диагонали 136 сантиметров. Расстояние от крышки багажника до сложенной спинки сидения второго ряда 160 сантиметров. Расстояние от крышки багажника до центрального подлокотника 180 сантиметров. По диагонали 210 сантиметров. Чтобы буксировать в задней части автомобиля, у вас есть буксировочная проушина. А чтобы вас буксировали, есть буксировочный крюк. Так вот, чтобы его вставить, нужно сначала снять в передней части автомобиля защитную крышку. Она располагается с правой стороны на бампере. Вот здесь снизу у нас есть место, куда нужно вставить отвертку с плоским наконечником. Когда мы ее вставляем, да, мы ее вот так вот поддеваем. Раз, два, и потихонечку так снимаем. Конечно, в идеале я вам рекомендую отцепить вот эту вот накладку, вот, потому что в момент буксировки она может потеряться. Вот так она выглядит, вот так она крепится. Вот, но будьте аккуратны, когда будете снимать зимой, потому что пластик становится твердым и может треснуть. Далее с вами берем буксировочный крюк, вставляем его и вкручиваем по часовой стрелке.
Вкручивать нужно до упора и только после этого подсоединять буксировочный трос. Для того, чтобы заправить автомобиль, вам нужно открыть лючок топливного бака, который располагается с левой стороны вашего автомобиля. Для этого вам нужно потянуть за специальный рычажок, который располагается в ногах водителя. Дальше вы подходите к лючку топливного бака, открываете, откручиваете крышку и устанавливаете в специально отведенное место. Объем топливного бака 48 литров. Заправлять автомобиль можно бензином, начиная с 92-го октанового числа. Для того, чтобы заменить щетки, их необходимо перевести в сервисный режим. Вот как такового сервисного режима я здесь не нашел. Но есть лайфхак, как перевести щетки, чтобы их заменить и не поцарапать бампер. Да, потому что просто так вы их не сможете. Вы, если потянете на себя, вы поцарапаете бампер. Вы включаете зажигание. Дальше просто тянете рычажок вниз, щетки начинают движение, вы выключаете зажигание. Все, дальше вы их меняете, после вновь включаете зажигание, и они возвращаются в исходное положение. Пользуйтесь. Итак, если у вашего ключа села батарейка, ее необходимо заменить. Чтобы ее заменить, вам вначале нужно достать механический элемент ключа. Нажимаете на кнопку. Все. Далее, ключом вы пользуетесь как рычагом, да, и снимаете вот эту пластиковую крышку. Вот уверенно снимаете крышку. Все. После того, как вы сняли крышку, вам нужно добраться до батарейки. Батарейка располагается вот за этой вот крышкой. Для этого вам нужно взять отвертку прям с максимально тонким наконечником, и вот здесь по бокам есть фиксаторы. То есть вот здесь, и вот здесь. То есть берем, поддеваем в центр и вот так потихонечку снимаем с одной стороны и потом то же самое делаем с другой стороны. Все. Когда мы сняли крышку, у нас появился доступ к ключу, к батарейке. Батарейка у нас с вами CR20, 32, 3 вольта. Но если нет возможности заменить батарейку, а ехать нужно, вы берете ключ с разряженной батарейкой и кладете его в пространство под подлокотником. Дальше нажимаете кнопку старт-стоп и едете в светлое будущее.